Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами вновь Роман Карасев. Сегодня я веду репортаж из Хайфы. Я нахожусь в центре андотерапии. Я уже делал несколько репортажей из этого центра. Этот центр специализируется на профилактике и реабилитации различных заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом, психологических расстройств. Одно из направлений деятельности – это использование упражнений из боевых искусств, таких как дзюдо, айкидо, карате, самбо и так далее, в целях, как раз предусмотренных в андотерапии, то есть профилактика и реабилитация людей с различными патологиями. Сегодня я хочу показать вам одно упражнение, а точнее комплекс двигательных действий, который связан в одну единую цепочку. То есть это комплекс последовательности двигательных действий. Этот комплекс можно использовать как детям, так и взрослым. Он очень хорошо подходит для профилактики и реабилитации человека, который имеет некоторые проблемы с поясничным отделом позвоночника, со спиной непосредственно, и очень хорошо помогает улучшить качество двигательных способностей даже вполне здорового и активного человека, который практикует боевые искусства, допустим, в частности, дзюдо. То есть это упражнение позволит человеку, это будь то ребенок или взрослый, улучшить, еще раз повторюсь, качество двигательных возможностей своих для того, чтобы на высоком уровне исполнять различные технические действия дзюдо. Возможно, это кто-то будет применять в соревновательной деятельности, возможно, кто-то будет применять в каких-то особых нуждах. Поэтому я сейчас сниму весь комплекс, а потом по отдельности каждое упражнение. И вы увидите, как это делается. Снимем мы с разных ракурсов для того, чтобы вы это все отчетливо видели. Это упражнение придумано не мной, я просто немножечко соединил, может быть, где-то скорректировал. И даю для всеобщего обозрения, чтобы вы использовали это в своей ежедневной практике. Так что давайте будем смотреть на это упражнение.
Ну вот, уважаемые зрители, вы увидели этот комплекс упражнений, который может дать вам дополнительные возможности для того, чтобы вы улучшили качество своей жизни, ну, имеется в виду относительно здоровья. А также через эти упражнения повысили качество выполнения технических действий дзюдо, айкидо, карате, самбо и других направлений боевых искусств. Ну и в заключение я хочу еще раз вам сказать, что дзюдо и боевые искусства – это хороший инструмент для поддержания здоровья, для профилактики различных патологий, как врожденных, так и приобретенных. Так что вы можете использовать эти упражнения в своей повседневной жизни, как в виде утренней гимнастики, дневной гимнастики, может быть, вечерней, ну и также в тренировочном процессе. И хочется еще раз сказать про центр андотерапии, который был создан в Израиле, в Хайфе, и я принимал в этом непосредственное участие, разрабатывая программы для занятий с детьми и взрослыми с различными патологиями и внедрял упражнения из боевых искусств с целью профилактики и реабилитации людей с различными патологиями. Центр андотерапии находится в Хайфе, как я уже сказал. Вы можете прийти сюда, узнать дополнительную информацию. Будет ссылки на контакт в описании к этому видео. И улучшать качество своей жизни. Занимайтесь регулярно, систематически. И через какое-то время вы обязательно увидите улучшение в своем состоянии здоровья. С вами был Роман Карасев, вы смотрели видеоканал «Планета Дзюдо». До новых встреч!